Симуляция. Томас. 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 Это всего лишь сон, сынок. Все в порядке. Я с тобой. Ты опять видел тот же сон? Все было так же? Да. Почему эти сны снятся мне? Каждый раз, когда я сплю, я попадаю в одно и то же место. Все будет хорошо, сынок. Мы пройдем вместе через это. Пожалуйста, повторите еще раз. Жители Кольского полуострова, что возле Уральских гор, врачи так и не смогли понять, что со мной. Они продержали меня в больнице 6 месяцев, а затем просто отпустили. Но сны так и не прекратились. Я знал, что что-то не так. И это реально. Метеорит был найден в 6 метрах от берега озера. В Российской академии наук сообщили, что метеор весит около 10 тонн. Войдя в атмосферу на сверхзвуковой скорости более чем 54 тысячи километров в час, его осколки разбросало на 50 километров по всей окружности. Один из российских чиновников заявил, что явление никак не относится к падению метеора. И на самом деле это очередное испытание секретного оружия Соединенных Штатов. Я всегда чувствовал, что нахожусь в двух местах одновременно. Иногда это пугало меня. Но я научился справляться с этим. До сегодняшнего дня. После вашей смерти мозг продолжает свою активность на протяжении 10 минут. Четыреста комментариев от Deep Artillect? Кто это?
Это же сегодня. Каким это образом кто-то из 2011-го предсказал, что случится в 2013-м? Это же невозможно. Это произошло уже давно. Может, это какой-то глюк? Неужели послание из будущего? После того, как я попытался соединить все события между собой, возникло лишь еще больше вопросов. Мне нужны были ответы. Кто ты такой? Друг из будущего. Из какого ты года? 2390-го. Мы оставили тебе подарок. What gift? Какой подарок? Следуй по этим координатам, и ты получишь свой подарок. Я чувствовал, что уже бывал здесь раньше. Но в этот раз все было по-настоящему. Ваша точка назначения в 2 километрах от вас. До места назначения.
Надень шлем на голову и дай технологиям сделать остальное. Добро пожаловать, Томас. Это... Кто вы? Вы... Что это за место? Не волнуйся, Томас. Ты все там же, где и был 10 минут назад. Вы знаете мое имя? Мы начали перенос. Перенос твоего сознания в новое тело. Через 5 часов с этого времени мистер Альберт Кейн снова будет жить. И все, что вы помните о себе, ваш опыт и память, исчезнут. Что? Что за бред? Сперва я и сам не мог в это поверить. Я лишь наблюдаю за процессом перемещения в машине времени. И мы не в состоянии перенести какую-либо часть вашего тела в будущее. Если быть честным, то и все остальное тоже. Вашу ментальную силу, вашу энергию, способность задействовать мышцы тела, а также невероятную психологическую выносливость. Осуществив однажды перенос, мы перезагружаем все воспоминания и весь опыт. И мы, ваша работа сделана. И на этой прекрасной ноте я хочу вам представить ваш подарок. Ваше новое тело. Нет! Почему вы сделали это со мной? В тот момент, когда ты решил собрать наш небольшой пазл, ты согласился отдать нам свою жизнь для кого-то другого? Ты сделал это сам? 5 часов назад метеорит взорвался над Россией. Через 30 минут люди поймут, что столкнулись с невероятной инопланетной технологией. О, как же это прекрасно. И это лучшее из того, что происходило когда-либо с человечеством. Потребовалось почти 2 столетия, чтобы понять весь потенциал данного события. В отличие от любой другой машины, это позволяет нам осуществлять перенос жизненной силы из прошлого, а также позволяет нам воскрешать мертвых и приводить их в нормальное состояние. Видите ли,
Наша Вселенная — часть еще большей Вселенной. Мы верим в то, что это не более чем симуляция. И в ней все предрешено. Каждый из нас имеет уникальный номер. Эти номера работают как штрих-коды. И когда срок действия вашего штрих-кода истекает, вы умираете. Но если ваш штрих-код перенесен в тело кого-то другого, тогда получатель становится вами. Вы специально подсунули мне эти сообщения? Нет, нет, что вы. Кто угодно мог бы подключиться к сети. Но, сделав это единожды, пути обратно не существует. Это путевка в один конец. Подключившись к нам, мы получаем возможность отсылать тебя в любое время и в любое место, куда захотим. Спасибо за ваш прекрасный сервис. Я хочу свою жизнь обратно! Угроза безопасности. Передача осуществлена. Я всегда был в двух местах одновременно. Им удалось уничтожить часть меня, но не полностью. Другая часть меня поняла их замысел и их технологии. И теперь я иду за ними.